Всем привет! Сегодня 29 декабря, и вот в честь Нового года получена такая праздничная посылка из Декатлона. Итак, коробка открыта, как всегда чек такой вот из Декатлона, и начинаем доставать по списку. Первое. Термофутболка мужская, естественно, есть. Женская футболка бутылочного цвета в наличии, это жене. Футболка зауженная, хлопковая, мужская, есть в наличии. Тайцы мужские, длинные, вообще фирмы Коленджи, как у меня почти все беговое, есть. И трусы боксеры XL. Так, все в наличии. Теперь каждую вещь отдельно будем смотреть. Итак, поехали. Вещь первая. Подарок жене. Футболка для фитнеса. Хлопковая, эластичная, мягкая, приятная на ощупь. Что еще про нее можно сказать? Подходит идеально для занятий фитнесом. Фирма, я такой даже не знаю, какая-то не Ямба. Как говорится в ее характеристиках, стирается, цвет долго очень держится, цвет вообще при стирке ничуть не линяет. Написано, что можно ее даже не гладить. Ну, приятно во всех отношениях для занятий спортом, а также для повседневной носки. Стоимость этой футболки 179 гривен, ну, где-то приблизительно по курсу 5,5 евро. Такой вот небольшой подарок жене на Новый год. Так, вещь следующая. Трусы-боксеры для бега. Быстро сохнущие, отводящие пот, как утверждают в характеристиках. Очень быстро сохнут, тело остается при беге сухим. Фирма, как и большинство моих вещей для бега, Коленджи, Чикаленджи. Стоит 169 гривен, 5 евро по курсу. Ну, еще одно очень важное для бегунов замечание. Благодаря особому устройству швов изделие не натирает кожу во время бега. Уже завтра это я все испытаю, проверю, расскажу. Еще одна вещь. Футболка тоже с подозрительным названием Ньямба, которую я никогда не слышал, как у жены, только цвета другого. Серая, узорчатая, тоже с добавлением эластина, хлопковая. Для занятий фитнесом эластин обеспечивает удобное прилегание во время занятий спортом. Ну, для бега она не подойдет мне, я ее буду использовать для повседневного ношения в быту. И возможно для походов, как сменную одежду вечером, там, когда пришел после похода. Так, так эта футболка выглядит на знаменитой модели спортсмена. Стоит она 219 гривен, это 6,5 евро по курсу. Вот такая вот футболочка. В характеристиках написано, что она выдержит многократные машинные стирки, при этом материал не теряет в качестве. Кроме того, цвет остается все таким же ярким. Кроме всего прочего, она не требует глажки после стирки. И очень легко ухаживать за такой вещью. Будем пользоваться. Так, вещь следующая. Длинные тайцы для бега в холодную погоду. Run Warm фирмы Коленджи. Так, что можно сказать о их стоимости? Стоят они 549 гривен или 16,5 евро. Не самый дешевый сегмент, но будем надеяться, что по качеству он ему соответствует. Ну вот эти тайцы, надетые на мне. Основной материал способствует терморегуляции, отводит пот, оставляя кожу сухой при беге. Кроме всего прочего, есть на внутри небольшой карман, куда можно, пожалуй, ключи, наверное, положить. Но я думаю, он не имеет практического применения, лучше ремень использовать. Ну, такие очень удобно по сравнению с моими термо. Бельем, что я бегал, прямо прилегает к ноге, ну, очень хорошо. Единственное, пожалуй, так я бегать в суровом нашем Шахтерском крае не буду. Буду надевать еще шорты. Так, основной материал, это переработанный полиэстер.
очень-очень плотно прилегают, хорошо отводят пот. И вот это плотное прилегание обеспечивает поддержку мышц во время бега. Так что Руслан почти готов к зимнему бегу. Вообще эти штаны для, именно утепленные для зимнего бега. Ну и есть еще одна термофутболка зимняя для велоспорта. Тренинг 500. 500 это, вероятно, всего цифра какая-то, которая обозначает ветрозащиту или защиту от дождя. Стоит такая термофутболка 529 гривен или 16 евро. В общем, футболка это создает температурный барьер, чтобы защитить от холода таких вот спортсменов, типа меня, непрофессиональных. Естественно, я буду ее использовать в беге как первый слой. Очень-очень плотная, чувствую прямо, даже дома очень тепло. Создает такую зону комфорта. Потеть я здесь не собираюсь дома пока. Но пишут, что отводит пот и очень-очень эффективно. Все, Руслан готов к быстрым передвижениям по стадиону. Футболка, термобелье. Все есть. Завтра испытываю и рассказываю о своих ощущениях уже в деле.